Объемные картины из соломки, чесночной шелухи и цветочных гербариев. Такую необычную технику Раиса Степановна в совершенстве освоила на пенсии. Материалы для своих работ художница выращивает сама. Весной обрезает рожь, обрабатывает соломку и вырезает из тонкой пластины необходимые элементы. По словам пенсионерки, идеи приходят спонтанно. Каждая картина эксклюзивная. Второй такой не найти. И что немаловажно, материалы обходятся очень дешево. Потратиться придется лишь на качественную рамку и краску. Остальное можно найти в своем доме. Все так сама. Ага. Я не училась, с 95-го года я занимаюсь. Пошла на пенсию и увидела в магазине картину, но купить не могла, потому что зарплата была 60 рублей, а она стоила 25 рублей. А мне жить нечем, семья, муж. И вот случайно нашла соломинку на дороге. Она золотая, желтая, это белая. Это белая, она такая и будет белая. А желтая, темно-зеленые листья. Я просто ими восхищаюсь. Мы в Краснодар возили ее работы тоже. Вот, она делает в основном из соломки. У меня ничего не пропадает из луковых перьев, из чеснока, из мимозы букет засох, она его приспособила. Вы только посмотрите на ее работы, я просто потрясена. Как говорит руководитель клуба, все участники – настоящие художники. Композиции из искусственных фруктов, яркие цветы из бисера и даже картины из яичной скорлупы. На первый взгляд и не скажешь, что из этого можно сделать элемент декора. А эти картины вышиты буквально одной левой рукой. Невзирая на осложнения после инсультов, рукодельница продолжает создавать произведения искусства. Как отмечают сами члены клуба, у людей с ограниченными возможностями здоровья нет границ в творчестве. Студия психологической разгрузки в Анапском обществе инвалидов работает по выходным. Дням. Участники общаются, обмениваются идеями и организуют выставки своих работ. Наша организация занимается благотворительной деятельностью в отношении своих членов, инвалидов труда, детства, профессиональных заболеваний и инвалидов трудового фронта в годы войны. В этом году общество инвалидов отметило юбилей – 30 лет. В эту организацию входит более 2000 человек. Каждые 5 лет общество проводит конференцию, чтобы рассказать о проделанной работе. Регулярно организуют экскурсии, культурно-массовые мероприятия и вечера отдыха совместно с ДК «Молодежный». Сейчас они готовят к празднику, посвященному Международному дню инвалида, тематические выставки и подарки для членов клуба. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа регион.